Ну, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Ну что ж, мы продолжаем до сих пор проходить игру под названием Resident Evil Remastering HD. Черт побери, игра просто потрясающая на самом деле, очень радует. Действительно в нее весело и интересно играть. Очень редко в последнее время я встречаю такие игры, когда атмосфера просто захватывает. Но это именно та игра. Ну что ж, главное устраивайтесь поудобнее, и сейчас будем с вами решать дальше наши проблемы. Вот это действительно игра, которая называется Survival Horror, а не просто какая-либо фигня. Потому что, черт побери, как видите, у нас почти беда с патронами, беда с аптечками, просто беда со всем. Но на HD вот такая вот фигня. Я оставил немного припасов в комнате справа. Не стесняйся использовать их, дабы не попасть в беду. Барри. Спасибо, хороший парень. Так, что-то я уже отдохнул и забыл вообще, на чем мы остановились в предыдущей серии. Значит, нам нужно, по-моему, идти наверх, да? Там, где был Барри. Барри. Вот сюда. И тут было много всего интересного, всяких вкусняшек. Еще меня интересовал из прошлой серии вопрос. Если дверь была закрыта на ключ, между прочим, то почему? Как здесь оказался Барри? Удивительно, не правда ли? Видимо, он закрыл за собой дверь. Но зачем? Хороший вопрос. Так, сначала пойдем вот в эту комнату. Она была открыта. А для той мы использовали отмычку. И вот, что тут очень интересного я заметил. Тут много всяких плюшечек. Например, вот эта аптечка. Так, давайте посмотрим, что такое аптечка. Изучить. First kit, может, что написано? Так. Оп, флакончик. Хорошо. Я думал, их просто так надо использовать, а оказывается нет. Так, что-нибудь еще полезнее есть? Тут ничего нет. Кровать. Так, похоже, эти следы проходят прямо через кровать. Так, что-то это как-то напряжно. Что там, за кровать какая-то фигня? Я что-то забрал и быстро свалил. Печатная лента. Ну, давай. Что-нибудь есть? Нет. Ага! Травка. Даже вроде две. Так. Вид из-под стола немного напрягает. Будто играешь за монстра и хочешь сожрать кого-либо или чего-либо. Так, ну, нам назад. В сундучок все складывать. Дабы в инвентаре все это не болталось, не мешало. Сейчас нам еще много чего собрать, там травку забрать. Конечно, вот такие вот моменты, которые увеличивают геймплей, просто бегая к сундучку и обратно. Ну, тоже весело и забавно. Мне лично нравится. Приятно, вот в такие моменты расслабляешься, думаешь о всяких таких глупых бытовых вещах, притащить все в сундучок и так далее. А на самом деле есть более такие крутые проблемы. Так, я, кстати, забыл перезарядить дробовик. Ладно. Печатные ленты складываем. Это сюда, и это сюда. Давай сразу перезарядим дробовик. Комбинировать с этим, чтобы побольше места было. Конечно, я понимаю, что я не таскаю с собой аптечек, но с другой стороны, когда у тебя есть патроны, они не обязательны. Вот если бы у нас не было бы патронов, тогда бы я обязательно таскал с собой аптечки. Так мы хотя бы сможем отстреляться, убежать. И вообще врагов уничтожить. Это, помните, жесть какая-то. Они валят изо всех щелей. А мы ничего не можем сделать. И, кстати, вот здесь вот скримеры почти все меня напугали. Не знаю, вот, сами знаете, со мной редко такое бывает. Но последний раз в Pain View Drive, когда меня кошмарило. Но эта игра заставляет, конечно. Тут не просто так. Так, давай это. Не бузи мне с управлением тут. Вот. Я вижу две травки тут. Хотите взять? Да, хочу. А, не одна. Собака. Прямо через кровать. Хорошо. Давай посмотрим, все ли мы здесь взяли. Да, все мы тут сделали. Это хорошо. На самом деле, здесь можно использовать просто абсолютно все. Того же зомби замотать в простыню, и все. И он уже будет безобиден. Ну, вот, как видите, какая-то лабуда. Ну, да ладно, посмотрим, что сейчас в этой комнате. Там, где Барри стоит.
А, он же ушел отсюда. Ладно, а посмотрим, что здесь. Начнем поначалу. Хотите взять предмет, образец пчелы? Ну давай. Тут рыболовные приманки. Хорошо. Ну, изучим сначала. Изучить. Огромный образец пчелы для монтажа. Хорошо сохранился. Ничего нет? Ни ключика, ничего. Здесь ничего необычного. Ну ладно. Взяли пчелу. Тут ничего нам может понадобиться. Так, открытый чемодан. Он полон различных биологических докладов. Тут на что? И взять предмет на рыболовный крючок. Ну давай. Так, книги о рыбалке. Я сейчас вижу книг о рыбалке. Аквариум. Пахнет, как будто тут жило что-то живое. Возможно, кто-то использовал его для выращивания каких-либо существ. Подожди, а может быть нам нужно прицепить крючок к этой хрени? Давай. Ничего не происходит, не произошло. Ладно. И выловить в аквариуме что-то. Так, комбинировать. Подожди. Вот с этим. Так. Подожди, надо что-то изучить, кстати. Может, что есть? Эта приманка выглядит как пчела с прикрепленным крючком. А на обратной стороне, может, ключ какой? Не. Ну, хорошо. Нет, так нет. Пошли к аквариуму. Аквариум, да-да-да, там кто-то живой. И используем. Нет. Хорошо, я думал. А? Хорошо. Там просто все с крючками. Эти штуки были. А те без крючка. Ну-ка посмотрим. Так, давай нажмем. Какая-то ерунда. Ну ладно. Ой. Не надо. Бери. Бери то, что нам надо. Вот не хочу. Гребень ветра. Нафиг валим отсюда. Господи, пчелы. Я вообще не помню, чтобы в Resident Evil были пчелы. Да. Так. Ну мы вроде там закончили. Хорошо. Удачно получилось. А куда нам нужно было шестигранник ставить? Вспомнил, в комнате с собакой. Ну вот сейчас мы там с ним разберемся. Помните, мы там были в комнате, где собачка бегала, веселилась. На всякий случай с собой возьму спрей сейчас какой-нибудь. Травку ставим. И пойдем к собаке. Правда, я не помню, где она точно находится. Ну там... Нет, там была комната зеленая, к сожалению. То есть там не написано, что нужно туда идти, и мы что-то там не сделали. Ну ладно. Может быть, сейчас отметится. Будет нам что-то там надо. Так, траву пока кладем, этот медальончик оставляем и пойдем в сторону собаки. Где же она была? Да уж. В жизни хорошо ориентируешься в 3D-пространстве, а вот когда вот такие изометрические виды, очень тяжеловато на самом деле. Так, куда нам можно пойти? Нам нужно, кажется, в где-то незаконченная комната была. Так, где она может быть? Вот, наверное, нет, не там, где печатная машинка. Явно не там. Кстати, сейчас выйдем, по соседнюю комнату проверим. Если отсюда выйти. Но тут, как видите, дверь только в одном направлении работает. Так. Нет, там, где щит, нам не надо ее вставлять, там, где первую печатную машинку мы встретили, к сожалению. Вообще сейчас очень опасно ходить, на самом деле. Везде очень все плохо. Ну да, нам нужно в коридор, который пускает нас сюда. То есть, по факту, нам нужно вот за эту дверь. Блин. Ну ладно. Вот парень, мужик, блин, мог починить. И очень интересно еще проверить ту комнату. Потому что я так и не запомнил, какая там отметина была на двери. Я же говорю, что я такие вещи не запоминаю. Что доспехи, что шлемы. Мы вроде только встречали доспехи, шлемы и мечи. Мечи мы все использовали. У нас закрытая эмблема шлема. У нас сейчас, видимо, эмблема доспехов, да? Эмблема доспехов.
Хорошо. Просто для меня это как-то единое. Латы. И оно как-то... Ну ладно. Посмотрим сейчас. Выбираемся отсюда. Нам нужно... Здесь мы открыли дверь. Хорошо. Наверху. Наверху через верх пройдем. Попадем в основную комнату. Нам все равно другого пути нет. И заодно множество еще комнат, которых мы не были, изучим. Ну вот. Там уже как-то будем разбираться. Единственное, что мне не нравятся зомби, которые воскресли. У нас тут есть кого убивать, грубо говоря. Прямо нам не надо, но вот эту дверь мы можем изучить. Дай. Ключ доспехов. Отлично. Удача. Посмотрим, что внутри. Наверняка сейчас куча всякого вкусности. И... или зомби. Так, что бы это значило? Так, вы меня не троните? Не должны. Горы тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка нажать. Нет. Что-то как-то страшновато. Так, что здесь? Но решетка мешает мне достать эту штуку. Хорошо. Так, что с вами делать? Так. Что бы это значило? Зачем мне вас задвигать? Я просто боюсь, что здесь статуи живут. Хорошо. Это, видимо, очередная загадка. Надо подвигать статуи. Ну, это несложно. Простым методом тыка. Все, что ли? Ну, наверное, теперь. Е-е-е. Интересно, а что было бы, если бы не угадал? Там-там-там. Ух уж эти загадки Resident Evil. Старый как мир. Так, шкатулка. Интересно, тут пчелы не вылетят? Изучить. Так, ничего не прилеплено. Ничего не... А, с другой стороны открывается. Так, ну-ка. Нажать ее, давай. О! Маск смерти. Без глаз и носа и рта. Хорошо. Она не нет ключа? Нет. Ладно. А то вот так вот не изучишь что-нибудь, и какая-нибудь лабуда произойдет. Интересно, правда, что вы без статуи сделали? Вы начали меня уничтожать, а дробить, что ли? Вряд ли, конечно. Или просто ничего бы не произошло. Черт его знает. Ладно. Разберемся. Тут мы были. Там лежит наш покусанный друг. Давайте проверим его. Может, он нам уже что-нибудь раздобыл, Барри его там нашел. Или еще что-то в духе. Надо бы нам Барри записки оставлять. Смотря, тут раненый наш друг, товарищ. Живой? Так, он отдыхает, но с рукой у него вообще беда, конечно. Ладно. Зеленая трава берем. Так, туда я пока не хочу. Над ним какой-то крючок. Не нравится мне, что он мирно отдыхает. Подожди. Там я зажигалку не взял, чтобы туда попасть. Да. Хорошо, чуть попозже тогда с этим разберемся. Сейчас нам нужно пройти вниз и пробраться к той двери. Через кучу проблем. Ну ладно, сделаем это, что ж. Надо же попробовать. В конце концов, патроны для пистолета у нас есть. У нас кинжальчики хоть какие-нибудь есть? Так, опять нет, можно. Ну-ка. Вообще никаких кинжалов. Обидно. Ну ладно. Так, ладно. Ладно. Кстати, еще шестигранные фигни нужно вставлять сюда вниз. Ну, пока погоди. Закрыта эмблема шлема. Хорошо. Пока не будем с этим делом торопиться. Когда... не надо торопиться, ну и не надо, правильно? Туда я пока лезть не хочу, а вторую штучку я пока не нашел, чтобы туда вставить. А от этого может какая-нибудь лабуда произойти. Там все, этот парень ходит, у нас тут местный зоопарк. Зомби в клетках. Можно наблюдать, радоваться и веселиться. Так, а, тут мы убили собак. Надеюсь, больше сюда их не придет. Кто их знает, сколько там наружу, не правда ли?
По-хорошему, потише здесь быть. Да не надо двигаться, лучше пройдем давай побыстрее. А то бегут, блин. Внимание нельзя привлекать к себе, а я бегаю, блин. Нельзя так. Нельзя. Так, аккуратненько давай. Здесь куча зомби? Да, здесь. Тихо. Раз, два. Экипировать. Да, инвентарь. Конечно, так, такие битвы с ними. Нормально, лужа крови. У них разное количество здоровья, что ли? Стоп! Они рядом. Тихо, отходи. Отбегай. Там что, еще жив, что ли? Ну, это вроде все. Да. Еще один? Да ну вы гоните. Аккуратненько. Разок кацанули и будет с ним. Так, отходим. Когда они все превратятся. Я их не убью. Патронов у нас только не будет. Придется сжигать. Сжигать. Будем сжигать, гады. Так. Так, ну вроде как кончился. Это хорошо. Это хорошо. Конечно, патронов мы потратили. Жесть, 4 штуки их. Ладно. Так, в этой комнате мы все сделали, по-моему. Да, все. На выходе тоже все сделали. Все травки собрали и так далее. Так, ты мертв. Не видно. Уже не вижу. Ну да ладно. Так, тут был дробовик. Мы его взяли. И это мы молодцы. Теперь мы двигаемся сюда. Ох, жесть какая. Так вот, скример. Сколько патронов отнимает? Жесть. Тут на что? Тут у нас... тут дверь закрытая. Вот эта вот. Закрыта. Герб. Подожди. Подожди. А это, случайно, не тот ли, который у нас в шкафу лежит? Ключ доспехов. Блин. Сколько дверей доспехов? Кошмар. Слишком много. Ладно, сначала здесь изучим, потом пойдем к собаке. Или сразу к собаке пойдем. Жесть, где мы вообще? Картины какие-то. Вороны. Тихо-тихо-тихо, не шуми, не пугай их. Так. А, Лиза защищена 3 духами. Изображение женщины с браслетом, ожерельем и короной. Браслет, ожерелье, корона. Снизу картины есть кнопка. Нажать? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу их трогать. Ну нафиг. Пошли отсюда. Блин. Кошмар. Ой, вот так вот. Попробуем обратно выйти.
Может, не снова сядутся? Ну, судя по всему, ничего не произошло, кроме как вороны встревожились. Да, нормально. Вроде не летают. Просто бузят. Так, хорошо. Так, какое у нее там ожерелье? У нее фиолетовое ожерелье, синее наголовник синий и красный браслет. Есть кнопка. Нажать? Нет. Хорошо. Так, что мы еще можем сделать? Здесь кнопка нажать, да? Изображение героя стало зеленым. Стоп. Изображение героя с браслетом светится зеленым цветом. Здесь кнопка нажать, да. Браслет. Браслет у нее красный. Подожди. А у ожерелья у нее синее. Да. Вот ожерелье у нас правильного цвета. Так. А корона у нее зеленая. Так, это правильно. Подожди, а вот это что такое тогда? Тоже были такие картины. Ты зеленый. Ты фиолетовый. Изображение героя с браслетом. Нажать? Да. Хорошо. А здесь что такое? Название гласит. Принеси свет истины трем духам. Окей. Окей. Ну, блин, здесь такие достаточно очевидные, типичные уже на сегодняшний день загадки, которые... Так, оно красное, оно фиолетовое, оно зеленое. Все, нажать кнопку «Да». Ну так, тухлячок, скажем честно. Бывало и хуже. Только вот тут собаки всякие бегают, мне не очень нравится это. Маск смерти. Взять? Да. Так, что у нас? Куда мы вообще попали? Куда мы попали? Мы попали на короткий путь во двор. Ту калитку, которая была закрыта. По-моему, с другой стороны вроде она была закрыта, а не отмычкой. Мы не могли ее туда открыть. Ну хорошо, давайте попадем сейчас туда, в центральный зал. Тут был труп у нас. И одного мы не сожгли. Ушли, что ли? Ушли, смотри. Нету их. Так, маски. О, не, там зомби, не хочу пока туда. Боюсь, они просто меня пожрут. Зачем просто трогать, правильно? Ну, не трогаешь, оно не воняет. Так, сейчас тогда нам нужно идти к сундучку. И мы уже с этим разберемся. Маску мы взяли, судя по всему, там делали все эти действия, только чтобы взять маску. И вот. Ну, и это значит, что бежать нам по тому же пути. Судьба такая. Вот, и уже с собакой разбираться. Хотел собаки там сейчас... А, мы же взяли уже медальон шестигранный. Сейчас вставим его туда к собаке. Надеюсь, это он все-таки. Потому что черт разберет. Вот. Вставим к собаке. И уже у нас освободится. Да хватит ты двигать штуку-то. Освободится слот. И мы сможем двигаться дальше. Или нет. Или да. Главное ту собаку убить. Она меня бесила. Так. Ой. Блин. Нехорошо, сжечь их надо. Все, надо запомнить, где и там их мы их сожжем. Потому что это ненормально. Слишком много трупов, и они меня убьют. Когда придет время. А пока сюда. Так, стоп. А там других дверей не было? Вроде нет. По такому достаточно узкому пути шел. Да. Все хорошо. Все мы сделали правильно. А теперь сюда. Где нас зомби укусил один раз. Покусал, вернее. И к собаке, к этой. Возможно, с дробовика я лучше завалить. Есть пистолет. Ладно, сейчас разберемся. Да. Ладно, коль сам инвентарь вызвался. Ну-ка. Мертва. Есть. Фуф, это хорошо. Так, дверь. Мы ее так не потрогали, закрыта. Давай посмотрим, что здесь у нас. Что-то написано. Осквернитель проклятого гроба. Ну, это вроде не оно. У нас гребень
ветра. Это не обязательно использовать сейчас. Хорошо. Жаль, а я надеялся нам сюда. Ладно, мы собаку завалили. Стоп! Вы тоже это видите? Патроны. Ну? Они там лежат. Прям видно. Вот они, вот лежит патрон. Не могу его взять. Кошмар какой, дай мне патронов. Подожди, в этой комнате что-нибудь есть? Нет, в этой комнате ничего нет. Блин, а как патроны выглядят? Вот чит, а? Это чит. Не да уж. Ну ладно. Ну пусть будет так. Ладно, там мы разобрались с собакой. Эту комнату мы не можем открыть. Там эмблема семьи. Вот попробуем. Может получится. Да. Герб семьи Спенсеров. Маски смерти ваш герб. Подожди, у меня патронов что ли нету больше? Жесть какая. Все патроны израсходовал. Надо ж так. Так, ну, видимо, нам сейчас в комнату с машинками печатными. И попробуем вернуться назад, вставить ту огромную плиту, которую мы нашли с гербом, сюда. В эту дверь. Надеюсь, откроет. Жаль, что она односторонняя. Нехорошо это. Это было бы как удобно. Зашел и хорошо. А так? Фигня какая-то. Ну, ладно. Это специально, чтобы мы время тратили и ходили по всяким скримерам. Гребень ветра пока тоже непонятно куда. Синий камень тоже не ясно. Маски кладем сюда, пока не хочу их носить на кладбище, иначе это лишняя трата патронов. Вот, обычный пистолет не знаю вообще таскать ли с собой, коль патронов-то нет. Но я знаю точно, что нам нужно травку положить сюда. Взять с собой зажигалку. И фляга с керосином. И пошли жечь в той комнате, там, где у нас лежит наш товарищ, покушенный змеей. Вот. А пройдем мы все это дело через верх. Хотя надо было пройти через низ, на самом деле, через закрытую дверь, потому что там у нас куча трупов, которых мы хотели сжечь. Вот. Ну, это, конечно, бежать не перебежать. Столько такие кругаля навертывать не очень хочется. Ну да ладно. Тут мы все взяли? Да, кажется, мы тут все сделали. Подожди. Смотри, там есть комната, в которой мы были, но... А, ну это она есть. Точно. Чё-то я совсем уже. Все правильно. Идем сюда. Тут мы встречаем нашего друга, который отдыхает, ну ладно, пусть отдыхает. Могли бы дать ему еще зеленый травки. Она, как известно, лечит. Кстати, а можем взять, надо использовать, чтобы она передала травку ему, а не использовала на себя. Вряд ли. Так, коль ты тут валяешься, а чё, сейчас сюда ходить буду, что ли? Не знаю пока. Пока не стоит. Они лежат долго, будем надеяться, что я справлюсь с этим, прежде чем он встанет. Ладно. Так. Свеча. Использовать. Стал посветлее. Хорошо. Уважили прям. Прям вообще. Ну. Молодец. Еще что-нибудь есть? На полках стоят бокалы. Записки какие-то. Ну, не зря они там висят. Наверное, полезное что-то. Там можно было бы почитать. Так. Тут что-нибудь есть? Пока ничего. Этот шкаф какой-то подозрительный, вам не кажется? Ха-ха-ха-ха! Загадочка, конечно, уже смотрится так себе. Японский дрын! Оказалось бы, не скример. Фух, кританул. Чё, ты не покусаешь ты меня? Ох, чё-то меня прям... Фуф. Давай. Музыкальные ноты. Чё за ноты?
Так. Начало и конец мелодии отсутствует. Что-то знакомо. Хрен его знает. Ладно. Так, этого мы убили. Тут все подвинули. Может, другую сторону подвинем? Может, там под ним отчасти лежало какое-нибудь добро? Ну-ка. Не, нифига. А жаль. Вообще, что он стоит, валяется? Прочитай хотя бы. Не хочет. Но этот шкаф явно не двигается, по нему видно. Вот если бы они обновили бы фоны, и вот эти вот 3D-объекты бы не сильно отличались от фонов, то было бы гораздо сложнее, честно. Я бы не замечал бы половины того, что нужно отодвигать, что нужно делать. А так достаточно понятно. Ну ладно. Бесит. На самом деле бы тряпками обмотало бы, а не обязательно керосином поливать. Давай, отходи. Что раздражает, трупать? И почему вообще деревянные перекрытия не загораются? Это пол бы, по-моему, сейчас вот такой просухой такой, должен был уже сгореть. Блин, так и подмывает туда пойти. Написано, что закрыто? Закрыто. Эмблема щита изображена под замком. Щита, господи, еще один. Вариант ключа. Ну ладно. Пока не найдем, нет смысла здесь что-либо делать. Хотя надо бы картину там изучить. Наверняка можно было наверняка ее отодвинуть. Они могли бы что-нибудь в этом духе придумать. Ну да ладно. Так, мы там нашли что-то полезное. Может, ты что-нибудь нам расскажешь? Блин, вот так его сожрут просто. Не, чтобы на кровать его оттащить или еще куда-либо. Ну нет, как видите... Мы очень жестоки в этом плане и отношения. Так, а в целом-то что мы вообще сделали-то полезного? Ну, вроде как в эту часть коридора мы полностью изучили. Там мы войти не сможем. Наверное, сейчас придется в западную часть особняка идти. Там зомби кучу перебить, помните, где мы противоядие брали? Вот. И куда-то туда двигаться? Потому что это какой-то кошмар. Заметьте, здесь карта открылась. Нарисованы стрелочки, как можем пройти дальше. Но дверь закрыта. Удивительно, потому что там не были еще. Ну да ладно. Так, хорошо, давайте двигаться в западную часть особняка. По-хорошему еще нужно вот всякие вот эти вот такие этажи обследовать. Нет, вот это явно не оно. Здесь эмблема шлема, кажется. А вот здесь я не помню. Первый этаж. Как мы вообще-то попадали-то? Из того коридора, что ли? А мы там были. Да, мы там были, и там был зомби. Он должен был превратиться. Так, давай, управление и камера. В совокупности давайте не это. Не бузите мне тут. То не дают нормально ходить. Прям даже серию не хочется заканчивать. Интересно, зараза. Так. Что у нас здесь? В этой комнате мы вообще все двери открыли, и это хорошо. Пошли на первый этаж. И тут посмотрим. Вроде ничего нового у нас нет, и в инвентаре в том числе. К несчастью, кроме нот, которые вряд ли нам помогут что-то открыть. Так, выходим. Нам нужно двигаться уже куда-то сюда. И смотреть, какие двери там не открыты. Стоп, а давай посмотрим. Вот так вот. Тут у нас почти все открыто, так что нет смысла. Ну, пошли сюда. Еще там лифт всякие, батарейки надо вставить, чтобы они активировались. Кошмар. Что только не надо сделать. Больше сделать, чем не делать. В принципе, сохраняшка. Но у меня нету ленты с собой. Так что нет смысла. Блин, что-то мы тут не сделали. Мне кажется, все-таки сейчас это связано с чем-то другим. Что-то не исследовали. И не взяли. Камин. Ну, черт его знает. Ладно, пошли сюда, единственная дверь на первом этаже. И тут уже будем смотреть, может, что открылось. А-а-а, я вспомнил. Срочно! Да не то! Так,
Я просто в управлении уже запутался. Нервничаю, запутался. Это хапа. Та-ба-ба. Фух, умер. Ну, патроны зря потратил. Ну, в общем, с дробовика в упор он нормально. Дохнет как надо. Так, хорошо. Такие уже не встают, это главное. Закрыто с другой стороны. Неплохо. Следующая дверь. Мы взяли какой-то аккумулятор. Не можем ли мы его применить в лифт? Как вы думаете? Я не знаю. Пишите в комментариях. В этой серии мы пока недалеко зайдем. Так, под картиной есть какая-то надпись. В память о завершении постройки особняка. Кстати, красивый, зараза. Так, тут что-то было. Дорогой рояль. Я имею в виду на полу. Это что-то красненькое. А, это текстурки так подсвечены. Понятно. Пусть будет так. Деревянный шкафчик, сделан из дуба, от него исходит приятный винный аромат. Так, там шкаф, который можно подвинуть. Ну-ка. Да подожди ты двигать, давай посмотрим сначала, что тут у нас. А то, блин, всякие засранцы будут. А давай сначала изучим его. Ну что ты торопишься это все? Что у нас тут такое? Нифига себе, какая бумага. Музыкальные ноты возьмем, давай. Так. Изучить. Название гласит... Во, Moonlight. Лунная соната. Так, а на обратной стороне? Ничего интересного. Так. Открыть. Оп. Часть мелодии отсутствует. Имеется только начало и конец мелодии. Ха-ха! Логично. Оп. Так. И чё, к пианино, что ли? Не зря я рояль заметил. Чёрт побери, а я сам могу сыграть лунную сонату. Ха-ха-ха-ха. Деревянный шкафчик сделан из дуба, от него исходит приятный винный аромат. Это мы уже читали. Тут что, валяется на земле какая-то лабуда. Кто-то явно любил выпить и поиграть на рояле. Так, ну попробуем. Да, подожди, не сжигать. Использовать. Если мне сейчас MIDI-клавиатура не была бы завалена всякой лабудой, можно было бы подыграть. А, хорошая песня. Объясните мне, как связано пианино вот с этим вот. Так, вот это уже интересно. Дневник Тревора. С тех пор, как я прибыл в особняк, прошло 11 дней. Как я мог закончить вот так? Парень в лабораторном халате пришел с тарелкой скудной еды и сказал... Тарелка скудной еды — это как? Вегетарианец, что ли? Мне жаль, что так получилось, но это из соображений безопасности. После он ударил меня, теперь все обретает смысл. По-моему, наоборот. Ну ладно. Есть всего лишь два человека, знающие секрет особняка. Сэр Спенсер и я. Если меня убьют, сэр Спенсер окажется единственным, кто знает секрет. Но зачем? Уже не важно. Здесь слишком опасно. Моя семья. Надеюсь, с ними все хорошо. Я решил сбежать. Джессика, Лиза, я молюсь за вашу безопасность. Как я мог быть таким неаккуратным? Я потерял подарок Джессики на мой день рождения. Мою любимую зажигалку. Теперь выбраться из этого темного места будет сложнее. 13 ноября. Дата, когда решилась моя судьба. За 3 дня до того. Ой, как тяжело говорить-то. Вот так вот. За 3 дня до этого моя тетя была госпитализирована. Джессика и Лиза говорят, что собираются навестить ее. Жаль, что я не могу быть рядом с ними. Но подождите, даже когда я пишу, ко мне возвращается моя память. Перед тем, как потерять сознание, я помню, что парень в халате сказал что-то похожее, но, скорее всего, ваша семья уже. Я молюсь за своих... Стоямба. За кого он молится-то? Назад верни. Так, я молюсь за их безопасность. Ну ладно.
Мне каким-то чудом удалось выбраться из этой комнаты, но покинуть особняк будет нелегко. Мне придется пройти все ловушки и загадки. Глаз тигра, золотая эмблема. Я должен попробовать все вспомнить ради своего же блага. Какой кошмар. Так, сейчас аккуратно. Главное, чтобы, во-первых, место было, а во-вторых, чтобы когда мы взяли, эта статуя нас не убила. Давай берем золотую эмблему. Все понял. Бежим назад. Я все понял. Так, выходи. Так, вставляй обратно. Сюда вставляем деревяшку, а там, где она была, деревяшка, вставим золотую эмблему. Вот знаете, вот всегда вот в серии Resident Evil было интересно такой вопрос. Ладно, все загадки, ну, можно еще хоть как-то это описать. Может, кому-то нравилось, в конце концов, создавать такие вот секретики и прочее. Вот, но, черт побери, вот один раз пройдешься, возьмешь ключ, а потом обратно расставляй все эти загадки, чтобы снова их открывать. А потом снова, блин, это же такой геморрой лютый, это ж пипец. Так, ну что, пойдем дальше по коридору, уже к печатной машинке. Жизнь какая-то. Я просто боюсь, что нас убьют, и серия на этом закончится. Но надо как-то логического завершения-то добиться, правда? Вот. Стоям бы, а что, не там, что ли? Господи, а тут же еще идти по другому пути. О, какой кошмар, надо было не здесь пройти. Ну ладно, зато мы нашли комнату с пианино, тоже неплохо. Давайте, в принципе, сейчас завершим серию. Что нам тянуть-то? Уже в следующей, со свежими силами, продолжим. Хотя нет, с другой стороны, это будет нехорошо, потому что просто я боюсь игру сворачивать. Она иногда вылетает, когда ее сворачиваешь, поэтому если я сейчас свернусь, закончу серию, то будет лобода. А я этого не хочу. Так что пойдем наверх. До точки сохранения. Прям длинная такая, сочная серия еще тут. Насыщенная получается. Хорошо. Это приятно. Так, наверх. Вот, надо снова проходить мимо того парня, оббегать его. Или нам... Да, сейчас тоже нужно будет выбежать. Благо там всех остальных зомби мы перестреляем, потому что... Ну, сами понимаете, это уже бред какой-то. Там их оставлять в живых. С другой стороны, всех надо сжечь. А чем? Это главный вопрос. Или забить вообще. Зачем нам их сжигать? Ну, наверное, есть резон, конечно. Даже не знаю. Ну, ладно. О, быстренький. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дружище! Что ж ты такой шустрый-то? Да нет! Да! Что происходит? Отвали от меня! Есть! Я уж думал, конец! Да хватит мычать! Скучкуйтесь, парни. Я думал, я труп. А зачем мне с дробовика-то? У меня есть пистолет. Ох, кошмар какой. Да беги! Я не могу сейчас не пройти. Отбеги. Только они вспыхивают, блядь. Можно нарваться. Фу, что-то жутенько. К
Крипово, конечно. Этот дружище точно встанет. Он гарант даю. Safe room. Так, надо сохраниться. Какой кошмар. Так, берем вот эту ржавую старую страшную эмблему. Гребень ветра нам пока не нужен, но вот это надо. Вот это пока положим сюда, как зажигалку. Фуф, чё-то как-то туго. Так, два патрона дробовика, один патрон пистолета. Нет смысла, так что давайте... Не сдавайте, как говорится. Пока лечебный спрей используем. Это нас вообще кошмарит. Так, вот, наконец-то стало полегче. Теперь сохраняемся. Не знаю, зачем я взял гранатомет. В целом, мне достаточно патрон, чтобы убить двух-трех врагов. Так что мне этого хватит на пока. Будем экономить, стараться вообще по максимуму. А то это мы никак не справимся, мы не пройдем просто. Так, и сохраняемся. Наконец-то добрались. О, боже мой. Так, давай, синий слот. Фух. Ну что ж, друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это было что-то с чем-то просто. Ну, весело, на самом деле, забавно, интересно. Ну, лично мне понравилось. Нередко такое, не часто такое встретишь. Я уже вообще заговариваюсь. Ну, устал, что поделать, сколько серий подряд уже записываем мы с вами. Ну, потому что, не знаю, меня просто не отрывает эта игра. Она действительно крутая. Я очень давно не играл в хорошие игры, которые затягивают. Действительно интересно просто посидеть на диванчике и поиграть. Такое в последнее время очень редко встречается. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного. До новых встреч. Такие дела.